Фархот Миржалилович, здравствуйте. Сегодняшняя тема – запоры и их причины. Здравствуйте. Ну, на самом деле, очень много факторов, которые вызывают запоры. Это начиная от употребления еды, которая себя поглощается очень много углеводов, очень много употребления сухомяток в виде, либо меньшее количество употребления воды в течение дня. Это первое. Причина – это малоподвижный образ жизни, это повышенная кислотность желудочного сока, может быть, это дисбактериозы, автоиммунные заболевания или воспалительные заболевания кишечного тракта, может быть, вызывать запоры. Это хирургические вмешательства, это опухолевидные какие-то образования. На самом деле, это все в совокупности может вызывать отдельно из запоры. Также наследственный фактор, либо индивидуальные свойства самого кишечника может вызывать запоры. Нужно всегда перед тем, как лечиться, самолечением заниматься, обратиться к врачу, узнать причину возникновения, что вызывает запоры, а потом уже лечиться. Большое спасибо. Будьте здоровы.